Ну, мы с мужем, как бы, еще нам трудно было с Разграда добираться далеко, и мы еще думали, ехать, не ехать. Но наученные с прошлого раза, когда мы не поехали, и нас с поезда выбросило, мы уже, преодолевая все, все равно поехали. И не жалеем, мы очень действительно благословенны, то, что мы там побывали. Просто, знаете, когда видишь, что молодежь, дети, они с Господом, и они в такой любви, и они ищут близких отношений с Богом, они ищут понять Его, они хотят с Ним, ну как, действительно, чтобы Он воплощался в них, чтобы Он был реальным в них, они прикладывают к этому силы. И это, знаете, такая радость вообще, видишь, как, ну это совсем другой мир, не то, что там вот в барчиках где-то сидят, там непонятно, какие люди, а здесь вот любовь, радость, жизнь, и... Еще такой момент интересный, что разные, мы все такие разные, по возрасту разные, по национальности разные. Там много украинцев, и смотришь, там часто украинская речь вот эта, да? Вот, и русские, и болгары, и мы ничего не делим. Мы любим друг друга, мы просто наслаждаемся друг другом, да? И у меня, знаете, такое есть откровение, что Болгария – это просто страна какая-то, вот знаете, нейтралитета. Она соединяет в себе вот всех нас таких разных. Вот весь мир воюет. Американцы там, русские, Болгария там, как между двух огней, да? А здесь мы все любим. И это все благодаря Иисусу. И когда вот это новое поколение у нас растет именно с этой любовью, с этой мудростью Божией, вот есть, конечно, вера, надежда в том, что у нас изменится все. И Болгария изменится, как вот сейчас... сказал Андрей, что выпускается болгары из этого проклятия. Действительно, Болгария под проклятием, потому что поклонилась идолам, да, вот у них здесь вот эта троица, значит, Баба Ванга, Дынов, Димков, и они, конечно, нужно им от этого, от всего отречься и покаяться. Но и вот церковь просто российская, украинская, тут я не знаю, бессарабский был, говорю, вот Божья церковь. Она вот эту несет роль, функцию выполняет. Потому что как бы самим болгарам это сложно сделать, а мы как бы нейтральные тут, и мы, Бог через нас действует, понимаете? То есть наше здесь такое важное предназначение. Конечно, дьявол будет атаковать, но у нас нет страха, потому что сила наша больше. И здесь, на этой конференции, Господь нас вот настолько укрепил, и я просто хочу еще засвидетельствовать через эти откровения, что мы в своей жизни все время мы поняли, что основа христианства – это слышать голос Божий и исполнять то, что Он говорит. И мы старались это делать, но в один момент пришел такой момент, когда мы не сделали то, что Бог говорил. И это меня очень тяготило. И вот на этой конференции, вот через откровение, через видение, которое Бог дал сестре, да, что... чистый лист, просто Господь все вытер, то, что мы сделали. Иногда мы можем ошибиться, упасть. Но Господь, Он милостивый и любящий, Он все исправляет. И поэтому у нас как бы с чистого листа опять мы все начинаем. Слава Господу. Спасибо.